Все флаги будут в гости к нам. Через 2 месяца Раменская принимает чемпионат мира по бадминтону среди студентов. Тем временем на площадке соревнований во дворце спорта Борисоглебский стартовала 5-я Всероссийская летняя универсиада среди лучших мастеров ракетки и волана. Надеюсь, что вам у нас понравится и вы будете к нам приезжать сюда очень часто. Хочу пожелать вам всех спортивных успехов и чтобы все были довольны своими спортивными результатами. Универсиада – один из 2 важнейших стартов студенческого бадминтона в России наряду с чемпионатом страны. На корты вышли спортсмены, которые в сентябре будут представлять сборную на Мундиале. Все борются, все достойны хорошего уровня и показателя. Приятно видеть, что такие игры, и приехали старые друзья, старые знакомые, которые даже кто-то уже не тренируется на профессиональном уровне. Но все показывают очень хорошую игру, достойную. Приятно смотреть уже в такой стадии, еще в более ранней. И это не финал, не полуфинал. Уже такие игры. Не на жизнь, а на смерть. Чемпионка России с Анастасией Червяковой, тоже из Нижнего Новгорода, в этом году. Призер командного чемпионата Европы среди женских команд. Международные соревнования проходят? Тоже стараемся успешно выступать, занимаем очень часто призовые места. С кем приходится соперничать? Со всеми. Уровень бадминтона вырос за последние годы, поэтому сейчас на каждом турнире большая конкуренция и хорошие соперники. Раменская считается столицей подмосковного бадминтона и одной из главных баз подготовки сборной. Дворец спорта Борисоглебский известен и любим как у российских спортсменов, так и у международных. Раменская вообще одно из лучших дворцов в бадминтонном смысле в России точно. В Европе тоже это очень хороший уровень. И здесь проводилось уже, начиная с 2008 года, чемпионаты европейского уровня. Первым был в 2008 году кубок европейских чемпионов по бадминтону клубных команд. Как давно играешь в бадминтон? 10 лет, но потом бросила и сейчас просто играю за институт. Ты профессионально занимаешься? Раньше занималась. Первая твоя универсиада? Да. Как ощущения? Ой, это все здорово. Тебе Раменская нравится? Да, очень красивый город. Насколько условия подходят вам? Ой, вообще условия очень хорошие. Какие ожидания от турнира? Ой, не знаю, как сыграем, так сыграем. Будем стараться, конечно, надеемся на лучшее. Соперники достойные. Расписание игр универсиады можно узнать на сайте Дворца спорта. Вход свободный. Приходите поболеть за лучших бадминтонистов страны. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».